встречали наших бойцов в Орле. Готовы? На счет. Работаем. А так начались последующие дни спортсменов, что вернулись с чемпионата мира по грэпплингу. Отдыхать здесь не положено, как лениться или гордиться своими достижениями. Школа единоборств братьев Оганесян воспитывает настоящих чемпионов, причем по разным дисциплинам. Но наш сюжет о грэпплинге. Грэпплинг – это универсальный спорт, где можно бороться и в стойке, и в партере, и применять болевые приемы как на ноги, так же и на руки. Но нельзя удары делать, правильно? Удары техника запрещена. Казалось бы, любое единоборство – мужской спорт. Однако в каждой секции мы встречаем и девчонок, которые ничуть не отстают от ребят. Занялась этим видом спорта для того, чтобы уметь обороняться, а потом мне все больше начало нравиться, я начала узнавать очень много всяких разных приемов, ну и уже просто полюбила всей душой этот спорт и начала заниматься профессионально и уже начала достигать своих целей. На минувшем чемпионате своих целей достиг и Ашот Сварксян. Он поднялся на пьедестал дважды. У Ашота две золотые медали в разделе грэпплинг и грэпплинг-ги. Готовились к соревнованиям все ребята усердно. Тренировки проходили без выходных. Бывало, что несколько раз за день тренировались. Вот. Тренера очень бдительны, очень наблюдательны за нами. Они подготавливают каждого по-своему. Вот. У них большой опыт в тренерстве. Вот. И не было сомнений, что наши тренера хорошо подготовят нас к чемпионату мира. Заметим, что с 2017 года на Орловщине золото с чемпионата мира по этому виду единоборства еще не было. Благодаря школе братьев Оганесян грэпплинг перешел на динамичную ступень развития. Наша область насчитывает более 120 спортсменов. И учат наставники ребят не только техники ведения боя. Мы лично стараемся с Давидом Гарниковичем в первую очередь воспитать хороших воспитанных ребят, полезные обществу, чтобы они уважали старших так же, как и младших. А там уже дисциплина, усердные тренировки и соревновательный процесс уже выявляет самородков, которые отбираются на мировой масштаб, где показывают неплохие результаты. Показывать свои силы ребята будут уже в декабре на всероссийских соревнованиях в Курске. До Нового года команда Орловской области по грэпплингу примет участие еще в двух международных стартах. Желают бойцам удачи в будущих поединках. Стефания Басарева, Александр Савенков и телеканал «Первый областной».